Александр, еще раз приветствую. Хочу поделиться эмоциями сразу после тренировки, которую я только что вот закончил. В общем, бывают такие тренировки в жизни, которые остаются в памяти навсегда. И я их все помню. Их было, допустим, 5 или 6, наверное, во всей жизни. И вот сегодня их количество увеличилось, потому что синтезит. Ну, все складывается. В общем, тренировка, когда не чувствуешь веса рабочего, сколько бы ты ни поставил, легко, 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 легко. И все в мышцу идет. То есть не чувствуешь веса, а чувствуешь именно то, что надо. То есть работу мышцы и кайф от этого несусветный. Так что спасибо. Работает? Ну, а кто бы сомневался? Об этом обо всем расскажу. Ну, вы первый, кто просто... По долгу службы обязан это узнать, вот и делюсь. Спасибо огромное, и можно всей команде передать, вы молодцы.